пасхальные прекрасные дни, когда сердце человека переполнено необычайной радостью, хочется приветствовать и вас от этой полноты, дорогие гости. Христос воскресе! Наблюдая за выступлением детей, ты отчасти становишься сам ребенком. Ведь неспроста в Святом Евангелии есть место, где Господь наш Иисус Христос, воскресший, говорил, что «не позволяйте запрещать детям приходить ко мне». И вот иногда можно поймать себя на такой мысли, что нам очень часто не хватает той детской непосредственности в каких-то проявлениях наших человеческих, радостных, и особенно, когда мы говорим о радости духовной, то, конечно же, детская радость, она наиболее показательна для нас, для взрослых. И когда смотришь на эту непосредственную радость детских лиц, когда удивляешься их проявлению творчества, то ты сам заряжаешься вот этой энергией, которая должна переполнять каждого христианина, особенно в эти пасхальные радостные дни. И сегодня, дорогие гости, хочу сам и вас всех призвать к тому, чтобы выступления детей, которые мы увидим, они были для нас примером проявления вот этих простых человеческих чувств, которые нам порой не хватает. И пускай этот радостный пасхальный период, который мы с вами переживаем, дети украсят своими выступлениями. Еще раз поздравляю вас с Пасхой Христовой, желаю мира, радости от воскресшего Господа и, конечно же, вот этой неподдельной человеческой радости, которая могла бы нам каждому в течение всей нашей жизни, не только в эти прекрасные пасхальные дни, принести удовлетворение как духовное, так и человеческое. Все мы люди, и нам порой этого не хватает. Дай Бог, чтобы Господь через эти детские сердца, через их улыбки, через их глаза и нам предоставил такую возможность. Храни всех Господь! Христос воскресе! Воскресе!